самый высокий Бог, и Христос благословит вас. Надеюсь, что у вас все хорошего, где вы были сегодня. У нас новая тема сегодня. Это один из многих основных законов Бога. Сегодня тема. Межрасовый брак. Межрасовый брак. Слушайте, слушайте. Слушайте, мои люди, мулаты в России, Украине, Беларуси и остальные русскоязычные страны. Послушайте. Это очень внимательно, если вы любите Бога. А мы начнем сейчас. Открывайте Второзаконие. Глава 7, стих 1. Это закон от Богом для этого. Второй закон. Глава 7, стих 1. Когда ведет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы обладать ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы. Хетиев, Гергесиев, Амариев, Хананиев, Ферезиев, Евиев и Евусиев. Всем народов, всем народов, которые многочисленные и сильные тебе. Это африканские страны тогда. Они сегодня африканские страны. Не припутай, что я говорю сейчас. Я сказал африканский. Есть оригинальные африканские люди. Африканские люди. Оригинальные африканские люди. Они приехали из Хамити. Их придок это Хамити. А наш, наш предок — это Шемити. Ми не одинаковые люди. Да, у нас черный кожа, но мы не одинаковые люди. Это, например, как китайские люди и японские люди. Они иногда выглядят, они но они не одинаковы. У них есть, у них есть разные предок. Китайский из Моэв. И японский из Амонити от Библии. Они не одинаковые люди. Это то же самое с нашими людьми и африканские люди, оригинальные африканские люди. Здесь, где мы читали от Второзакония, глава 7, стих 1, это семь, семь хамити люди всем хамити страны, которые жили тогда в нашей земле. Бог сказал это еще раз. Стих один. Когда ведет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы обладать ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы Хейтиев, Гергесиев, Амуриев, Хананиев, Ферезиев, Евреев и Евсиев, всем народов, которые многочисленнее и сильнее тебе. Стих 2. И предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их. Тогда предай их заклятию, не выступай с ними в союз и не шади их. Еще раз. Тогда предай заклятию не выступай с ними в союз и не шади. Это, это что мы прочитаем сейчас. Это что мы читаем сейчас будет еще раз, когда Иисус Христос будет здесь. Еще раз. Стих 3. И не выступайте с ними в браке. Бог заповедал, что не выступайте с ними в браке. Вообще. Также Дочери твои не отдавайте за сына его. Значит, что Израиль люди никогда не дайте ваши сыни или дочери к ним или к ним, что они будет как сказал жениться на нашей дочери или наши люди будете в браке с ними бог сказал нет нет еще раз и не выступайте с ними в развод. дочери твои не отдавайте за сына его и дочери его не берите за сына твоего это его заповедь. Дальше. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить и Богом, чтобы и служить и не Богом. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебе. Поэтому наш Бог истребил наши люди. Мы это не сделали. Мы начали быть в браке с другими народами. Наш Бог сказал, нельзя это сделать. Никогда вы будете это сделать. Это одна из причин, по которой мы сегодня уничтожены. Мы начались быть в браке с остальными народу. И наш Бог сказал, это нельзя никогда это сделать. Дальше. А открывайте сейчас. Иисуса Навина. Глава 23, стик 11. Глава 23, стик 11. Или Джошуа. Глава 23, стик 11. По всему всячески старайтесь любить Господа, Бога вашего. Это нам надо, что мы будем показать нашу любовь к нашему Богу. А как мы можем это сделать? Это только, не только, если многие пути, как мы можем показать Его, нашу любовь. Но один из многих причин, один из многих путей, как мы можем показать наш Бог любовь. Стих 12. Если же вы отвратитесь и пристаните к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и выступите в браке с ними, и выступите в браке с ними, и будете ходить к ним, и они к вам. То знайте, что Господь, Бог ваш, не будет уже прогонять от вас народицы, но они будут для вас петлею и сетью. Что это значит? Мы раньше уже прочитали, где он сказал. От второзакония. Давай еще раз. Второзаконие, глава 7, стих 4. Ибо они, они это остальные народ, которые не израильтяне люди. Ибо они отвратят сынов твоих от меня чтобы служить иным Богом. У нас иным Богом сегодня христианский и мусульман. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным Богом. Например, христианский Бог, исламский Бог. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. Если мы будем, если мы будем выступать в браке с этим народов, наш Бог будет истребить наши люди. А здесь Иисус на вину тоже это повторял. Еще раз, Иисуса Новина, глава 23, стих 12. «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вам, и выступите в браке с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте» то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогнять от вас народы но они будут для вас петлею и сетью, бишем для риб ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены со своей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Поэтому у нас это очень плохой кондиссер сегодня. Мы сегодня уже уничтожены. Мы не соблюдали этот закон. Наш Бог не хочет, что мы будем в браке с остальными народами. Он хочет, что все страны или все Израиль люди будут в браке с израильными людьми. И все. А об этом будем прочитать от Библии. Вот это будем читать. Потому что если в если читал, потому что если в читали, битие, глава 6, от перве стик, Там наши люди, тогда, тогда ми называем, или тогда ми, тогда ми называли Сини Божи. Ми тогда начали дела что? Тогда ми начали виступат в браке с другие человеки. س أستني يا لودي، بايتامو ناشبوك تقدر ونشتغل في مير إشارة، فايتامو أن تقدر ونشتغل في المير، أبتداء من الصباح بوديم تطات. hard this is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org